сухо. Камень не видно. Единственная лужа, которая встретилась мне на дороге, где обычно воды много бывает. Немножко пройдусь. Здесь пара часиков. Даже птицы щебечут, смеются. Дождя не было. Куда же ты пошел, старче? Ну, вот этот вот более-менее. Попробуем отмыть эту брекчу и посмотрим. Интересный экземпляр. Ну, очень интересно. Вот экземпляр здесь непонятный. Вау. Ну, неплохо. Надо сказать, очень неплохо. Будем мыть. Что тут еще в этой грязюке есть, нет? Бабочки.
тоже неплохо должно быть. Ой. Ну вот, с красненьким. Дерьмо. Вот это хорошо будет смотреться. Хорошо. Вот здесь перелифт копали, добывали, вернее. Такая траншея. Здесь же соревнования проходили года 3 назад. Вот туда вот. Эх, номер уже снесло. Вот этот вот. Там номер висел на фоне него. Фотографировались ребята, а потом выезжали вот здесь вот. Интересное место. Настолько мелкая кварцевая щетка, что даже смотреть не хочется. Вот здесь тоже щеточка перелифтовой жили. Вот такой вот перелифт жильный. Вот такой бы спил сделать по всему этому кусочку. 80 кг, наверное. Я его перевалить-то перевалил. Или вот так вот. Пусть молодежь смотрит. Тут какая-то халцедоновая корочка вроде. Да есть материал, в принципе, кто занимается поделочными работами. Хорошая штука. Ладно, оставим все это. Идет мелкий дождь. Такой противный осенний. Кварц пластал. Старая, наверное. Или не старая. Да нет, нормальная. Ничего. Соберем на жареху. Так, ну и все, что ли?
воды меньше стало. Тут вот все и обнажилось. Тут вот все и обнажилось. Вот зеленый. Ну это жирный глубоко. Чем выше поверхности, тем присутствуют более яркие оттенки. Ну, кто-то уже тут проверил яркие оттенки. Это видно. Я тут год не был, поэтому резко это все в глаза бросается. Ну ладно, ну где грибы-то? Там что-то на той стороне маячит. Какой интересный. Там что? Ой-ё. Поганка. Ну да ладно. Вот видите, какой экземпляр. Чуть не упал ногой. Нога сыграла, и вот такой вот переливчик с корочкой. Водичка. Да. Ну да ладно. Совсем немного лет прошло, а уже все заросло. Как быстро все меняется. Сегодня здесь были выруба, а завтра уже заросли. Сегодня ты жив, а завтра неизвестно. Хотелось проверить, тут есть жилка кварцевая. Похоже на то. И все как-то оттягивал время. Все недосуг было. Так. И не попал на нее. Сейчас хрен найдешь, наверное. Ой, сыро. С этой травой весь насквозь уже. Ну ладно, золотую осень подождем, когда сухо будет. Тоже переливчик. Переливчик. Так вот. Пошебуршишь. Стукнуло. Точно. Так, Ларчик. Поехал грибы посмотреть, а тут на дороге. Ну вот это после дождя мелочь выскочила.
Интересный перелив. Машина прошла и в колее где-то был тут. Симпатичные кусочки. Мелкие, правда, но на поделке кому-то сгодятся. Вот он. Вот он, вот он. Ну, очень хороший. Яркий, яркий, яркий. Осень, листочек лежит, и думаю, что здесь перелив. Красивые кусочки, красивые. Идешь в одну сторону по одной колее, потом разворачиваешься и обратно в другой. Рук выпадает. А ты что тут пристроился? Дождь пошел опять. Дождя нет, плохо. Дождь идет тоже плохо. Ну вот. Думаю, что маленький акация. Совсем не маленький. А может, это и не перелив. Вау. Мыть надо, что-то я не вижу в этих очках. Вот этот-то перелив, смотрите, какой красивый.
Но вот этот вот вообще красивый. Ой-ой-ой, выпрыгнул куда-то. Вот. Да, чудесненький, очень красивый образец. Тоже, думаешь, маленький, а он средний.